Мы уже покатались второй раз и пошел дождь, как слышите, гром! Гром, это к добру, это майский дождь, первый дождь, это всегда классно. Первый дождь. Люблю грозу в начале мая, как шабанет, тогда не станет. И ничего не останавливает людей, все обедают, все кушают. Ведь отдых бывает только раз. Отпуск бывает только пару раз в году. И нужно, как говорится... классно! Дождь! В начале мая, как шабанет, кого-то не станет. Ой, какой капец! Я думаю, видео передаст эту атмосферу. Супер! Самые экстремалы. Вау! Ножки, ножки, ножки. Боже, какой кайф! Я надеюсь, мы приедем здоровыми, никто не заболеет. Да. Лекарства! Будянские! Мы вас любим! Натаха, этот фрагмент не вырезай. Мы вас любим. Мы ждем горячий коктейль. Я думаю, те, кто которые катались, они, наверное, там не были, не мы успели пойти туда. Ну да, надо посмотреть на вот. Какой цвет огромный, красивый. Вот, что это лазурный берег, это Франция, это Ницца. Ницца, встречай! Главное не упасть. А уже работает спуск? Завтра будем нет, это? Нет, нет, нет. Твою ж дивизию, так хотелось, я попробовал. Да, только... Летом он работает. Раньше был когда-то. А что, случаи были смешные? Да, ну не то, что вот случай, очень. Девочка упала туда. Ага. Приехала. Она приехала неудачно. Понятно. Мы сидели, то есть, обрезали. Понятно. Там телевидение, что-то так красиво открывали. Да, ну ничего, нам... Я ваши эмоции хочу увидеть. Нормально все. Классно. Супер вообще, класс. Класс. Погода классная. И компания классная, да.